привет! Мы наконец-таки добрались до конференции. Всем составом. Вот мы все. И я в этот раз опять без микрофона, потому что он перестал работать. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас стоим, ждем приглашений, и потом я отсниму самое интересное. Обзор новых ароматов. Это у нас кинзо, такада, лайф, колор. Это женские, такие довольно-таки сладкие. И мужские с кислинкой. Очень хорошие, мне понравились мужские. Женские не очень, мне женские больше первые кинзо понравились, а вот эти, ну, классные, конечно. Это у нас линейка новой детской продукции для девочек. Это у нас духи, очень вкусно пахнут, ну просто очень вкусно пахнут. Реально, я бы такие в детстве вообще бы за милую душу. И спрейчик точно такой же, это у нас для тела, вода спрей для тела. И привязали это все к известному мультику. И вот наконец-то появятся детские для мальчиков, именно для мальчиков. Для меня это круто, потому что у меня мальчик. Продукция, это у нас... Шампунь, гель 2 в 1. В общем, прикольно, уже жду.
То у нас еще одни новиночки. Они выйдут в 16-м или в 17-м, я уже не помню. Это мужской аромат. Такой хороший, ненавязчивый, прикольный. Мне понравился, как мужской. Мне не все мужские нравятся, Эйвон, а эти хорошие. И женский. Женский, нежный, такой из линейки Элеганс, Ив Элеганс, или же Перси, вот туда вот больше, такой нежный аромат, какой-то цветочный, ну что-то в этом роде, красивый аромат, можно сказать, не с виду, а я имею в виду именно как аромат, очень красивый. Очередная наша новинка, вот так будет выглядеть, классная пальтишка, вообще супер. Как вас зовут? Лене очень идет, класс. Мне нравится, даже себе возьму. Супер. Новиночки матовых помад. Это помада металлик. Матовая металлик. Она матовая, но при этом она немножечко блестит. Помады. Нет, фокус не ловит. Помады представляет Санина, конечно же. Прикольные оттенки, нужно все попробовать обязательно, заказать себе пробнички. И будут у нас новые оттенки жидких помад. Я сейчас попробую сделать скотч из вот этой помады и сниму вам, что вышло. Вот такой розовый, здесь плохо видно, много людей, конечно, стоит, тени. Ну, да, плохо видно, можно было даже не делать этот свод. И матовые помадки, ой, матовые, говорю, жидкие помадки, совершенно разных оттеночков. Новая сумка. Такой непонятный цвет, но довольно-таки приятный. Сумки у нас тоже, я так понимаю, два отдела. Три. Раз, два и большой внутренний отдел. Вот я в хорошем свете нашла сумки, о которых я уже говорила. Вот так она выглядит, эта сумка. Ремешок можно сделать подлиннее, и если она еще оказывается вот в другом цвете, такой яркий, стильный вариант. Класс, сумка класс. Я недавно пожалела, что не успела купить одну сумку, и ее теперь не вижу в каталогах. Но теперь я понимаю, что не зря, потому что, скорее всего, я возьму вот эту. Всем привет еще раз. Посмотрите, как красиво выглядят эти духи. Вообще, я просто в восторге. Класс. А их запах, вот реально, я крышку не снимаю, я реально слышу их запах. Сейчас я попробую как-то поставить камеру, оп, и попробую эти духи. Вот знаете, они реально напоминают карамель. Соленая карамель. Ну, не знаю, как насчет соленой, но карамель тут точно есть. Я просто не очень представляю, как должна пахнуть соленая карамель. Чем она отличается от не соленой на запах. Но это, наверное, как маркетинг больше. Но запах прикольный и... Ну, вечерний. Не на каждый день, наверное. Или на каждый день, но все равно вечерний. То есть если вечером на прогулку пойдет, вообще классно. Ну его дизайн, я не знаю, я просто балдею от его дизайна. И мужские портмоне такие. А вот мужские мне нравятся. Хорошие. Широкий вход под купюры. Есть карман для мелочи, для карточек отдел. И вот у нас еще какой-то отдел.
не знаю, для чего. Надо ему уже спросить, для чего тут такие одежды. А, смотрите, тут что-то вытаскивается. Вот тут вытаскивается штука, в которой можно положить фотки. И все. Ага, она внутри просто лежит. Ну вот мужская вот эта штука вообще классная. После нашей конференции я только проснулась, взяла себе кофе. И знаете, что я хочу сказать? Вчерашний день был мега крутым. Я узнала столько крутых новостей, просто нереальное количество. Я знаю, к чему готовиться, и это будет супер. Я точно знаю, что каждого представителя компания Avon порадует. Начинаем с 13-й компании, переходим в 14-ю. А 15-я будет самой крутой. 15-я, 16-я и 17-я компании этого года будут невероятные просто. Самые крутые, самые классные. Какие новости? Я вам обязательно их расскажу в следующих роликах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео и чтобы первыми узнать о всех крутых конкурсах. О том, как выиграть аромат от Кинзо Такада. А как выиграть 2 или 3 аромата от Кинзо Такада. Как выиграть часы дизайнерские, лимитированные от Кинзо Такада. Или же как выиграть машину. И на самом деле там условия такие крутые, что выиграть реально может любой. Реально. Там не нужно делать мега-продажи. Все узнаете. Обещаю записывать видео каждый день, чтобы все вы первые узнавали об этих крутых новостях. И, конечно же, обзор 16-го каталога. Я гарантирую, что совсем скоро он выйдет на моем канале. Нету обзора еще 13-го, 14-го и 15-го, но зато 16-го уже будет. Почему хочу именно 16-й взять? Потому что это максимальный каталог, который на данный момент есть в печати. И он у меня есть на руках, и я обязательно для вас проведу обзор на этот каталог. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели это видео. Я передаю всем огромный привет. Пока. До встречи.